Певица Алсу косвенно подтвердила слухи об изменах супруга Яна Абрамова с бывшей возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой. В социальных сетях она упрекнула модель во лжи. Накануне Решетова опубликовала пост, в котором отметила, что никогда бы не стала встречаться с человеком, находящимся в браке. Алсу ответила на ее признание кратким «врет». Поклонники расценили это как публичное подтверждение интриги между женатым бизнесменом и моделью. Напомним, что о разводе Алсу с Абрамовым после 18 лет брака стало известно в конце мая. По словам близких пары, причиной расставания стали постоянные ссоры. Кроме того, бизнесмен редко появлялся дома, а Алсу категорически не устраивало такое положение вещей.